Вдох-выброс. Чем травят омичей? Кто ответит за загрязнение атмосферы и почему никто не может найти виновного? Просроченные дома. У сотен хрущевок в Омске вышел срок эксплуатации, но сносить их, в отличие от столичных, не будут. Фитнес для ленивых. Какие гаджеты омичи используют для тренировок и может ли модный трекер помочь похудеть? Смотрите «Омск» здесь в понедельник в 7 утра и в 12:30.